Всем привет! Это Ирина Восторг и Стивен Рой Паркер. Итак, мы вас приветствуем. Записываем это видео после второго вечера курса глубинной раскопки, который я веду сейчас в Москве. We are saying hello to you and we are recording this video after the second night of the Dig Deeper class that I've been teaching here in Moscow. И хочу сказать, что уже всего лишь через пару вечеров, а именно утром в субботу, мы снова вместе со Стивом будем вести еще один курс. Это замечательный курс манифестации и изобилия. And just in a couple of nights, on Saturday morning, we again together with Steve will be teaching one more very much exciting class on Theta Healing, which is called Manifesting and Abundance. What is your attitude? What do you think about this class, Steve? Я спрашиваю Стива, что он думает об этом курсе, каково его отношение, мнение по поводу этого класса. Well, this is really an important class, and this class gives you the key to finding what is it that keeps you from having the abundance that you want. And we do this in a number of very powerful and interesting ways. И это очень-очень интересный курс, и он дает вам возможность разобраться, понять, что действительно удерживает вас, какие действительно ключевые моменты удерживают вас от того изобилия, которое вы хотели бы иметь. И там есть очень классные упражнения. One of the exercises that I like there very much, одно из упражнений, которое мне там очень в курсе очень нравится, это когда мы работаем с будущим, remembering the future exercise, упражнение, когда мы вспоминаем будущее. А еще есть чудесное упражнение работы с божественным расписанием. And there is a great exercise work with your divine timing. Yeah, these are very powerful ideas that help you really understand what your true abundance really is. Да, это действительно очень глубокие, очень сильные, очень мощные вещи и помогают вам понять, где действительно находится ваше истинное изобилие. Более того, на этом курсе, конечно же, мы тестируем убеждения. Of course, we do testing of the beliefs, muscle testing. Lots of them, Lots of them. Действительно много. И если интересно узнать, сколько много, то это более 150 различных убеждений. More than 150 beliefs. И иногда люди пугаются и говорят, господи, 150 убеждений, а если из этих 150 я найду у себя все 100, неужели мне надо 100 раскопок? And sometimes people think, oh, 150, what if I find 100 negative beliefs? Do I need to have 100 diggings? Is that true, Steve? No. Steve говорит, нет, это неправда, не надо вам 100 раскопок. Usually those, when we do the digging on these things, often when you get down to the core of certain kind of more emotionally charged programs. И обычно, когда мы делаем раскопку, когда мы доходим до сути, до глубины, до ключа этой эмоционально заряженной программы. These deepest kind of key beliefs that get change not just one line of problems, but it many branches and so many beliefs get released. So many blocks get released. И происходит изменение, происходит это не просто линейным каким-то образом, это происходит в самые различные стороны, в самые различные направления, и тогда при изменении этого ключевого убеждения меняется огромное количество других убеждений. И еще этот курс, я хочу сказать об особенности этого курса, обычно он идет до 6 вечера, ну, по-разному, до 5, до 6. В общем, мы даем вместе со Стивом каждый день на 2 часа больше, и того наши студенты получат на 4 часа дополнительного времени, экстра времени. One more thing, which is important, usually this class lasts till 6 or 5 o'clock, depending on the schedule. We're giving every night 2 hours plus, so in total, our students get will get 4 hours more of this wonderful class. Yeah. И еще один бонус для наших студентов, которые были в этом году, сейчас, в этом серии курсов, на базовом продвинутом курсе. Для тех из вас, кто приходит и на манифестацию изобилия, Стив подготовил свой бонус. Это его 30-минутная сессия с вами. И, конечно же, если вы не говорили по-английски, не волнуйтесь, я точно так же буду вам помогать в переводе.
And there is one more bonus, bonus from Steve personally, which is a free 30-minute session for those of our students who have already taken during this set of classes basic advanced and is going to take manifesting and abundance. Yep. And if you don't speak English, don't get worried. I will help you with the translation, of course. Good. В общем, мы ждем вас на этот замечательный класс. We're looking forward to seeing you on that amazing class, on that amazing course. Yeah. Yeah, it's very, very cool class. Очень классный. Очень классный. And there is one more word that you learned today. Steve сегодня узнал еще одно новое слово. Обнимашки. 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 So, обнимашки всем. Обнимашки to everybody. And the third bonus is an обнимашки if you come to the class. Да, и третий бонус для вас будет обнимашки, если, конечно, вы придете на этот класс. Пока-пока, с вами Ирина Восторг. Hey, me. Да. Where's my wallet? I have to remember my name. Oh my God. Да, как меня зовут, как меня зовут. Его Стивен Рой Паркер. Oh, yeah. Да, его зовут Стивен Рой Паркер. Okay. Ciao, Bella.